Там, где идеи ведут к инновациям. Там, где самые передовые технологии находят воплощение в проектах мирового уровня. Там, где вместе работают самые талантливые инженеры в Индии. Там создается инженерно-консалтинговая компания мирового уровня, применяющая комплексные решения, которые катализируют использование технологий в направлении строительства надежного будущего. Engineers India Limited – компания, которая прежде занимала ключевое место в стратегии индийской энергетической безопасности, сейчас является одной из ведущих инженерно-консалтинговых компаний в Южной Азии, предоставляющей полный пакет услуг, начиная от концепции до ввода объекта в эксплуатацию в отраслях нефтепереработки, нефтехимии, удобрений, цветной металлургии и инфраструктуры. За последние 5 десятилетий AEL выросла и стала выдающейся компанией, объединяющий экспертов высшего класса, практикующий экономичный подход, подключающий к работе таланты на местах и опережающий графики работ. Это удачное сочетание позволило AEL осуществить ряд важнейших проектов на всей цепочке от добычи до сбыта нефтепродуктов в Индии и по всему миру. Компания диверсифицировала свою работу во всех сопутствующих развивающихся секторах. Она продолжает играть ключевую роль в государственной программе в сфере энергообеспечения и стратегических нефтехранилищ. Использует самые передовые технологии в своих горнодобывающих и металлургических проектах. Является авторитетным игроком в следующих отраслях – инфраструктура, переработка отходов, удобрения и водное хозяйство. Услуги, предоставляемые AEL в этих сферах, охватывают полный спектр задач – от концептуализации до сдачи проекта под ключ. Наши услуги включают в себя проведение технико-экономического обоснования, выбор технологии, разработка предпроектной документации, выбор проекта, управление проектом и услуги проектирования поставок и строительства. Кроме этого, мы предоставляем специализированные услуги в областях проектирования оборудования тепломассообмена, оценка надежности и безопасности предприятия, защиты от коррозии и выбор материалов, экономии энергии и охраны труда и окружающей среды. Современный центр исследований и разработок AEL в Гуруграме занимается важными техразработками как в стенах лаборатории, так и в сотрудничестве с ведущими исследовательскими центрами и компаниями газонефтяного сектора. Не забывая о важности заботы об окружающей среде, центр разработал целый ряд технологических процессов, позволяющих уменьшить углеродный след и оказать позитивное влияние на окружающую среду. AEL – организована зрелая и качественная система управления, имеющая в основе принцип постоянного улучшения и прошедшая сертификацию ISO 9001 в 1994 году. На первом месте для нас находится приоритет охраны труда, здоровья и окружающей среды. AEL – разработана эффективная система административного управления охраны труда и окружающей среды, сертифицированная OSAS 18001-2007, система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья, и ISO 14001-215, система мер по охране окружающей среды. Компания прилагает все усилия, чтобы создать ценный продукт для своих заказчиков с использованием новейших инженерных технологий и технических решений. Мы работаем над комплексными проектами в самых труднодоступных точках по всему миру. AEL постоянно расширяет свои международные проекты, фокусируясь на регионах, где исторически сложилось сотрудничество и есть внедренные проекты – Ближний Восток, Северная Африка и Азия. Мы ищем возможности сотрудничества на рынках, где мы можем предоставить экономические и эксплуатационные выгоды нашим клиентам и тем самым выгодно выделиться на фоне наших конкурентов. Один из последних значимых проектов – Дангота НПЗ и нефтехимическое производство в Нигерии. Ядро AEL составляют лучшие инженеры и профессионалы со всей страны, обученные и квалифицированные во всех областях, требующихся для разработки и приведения в жизнь любого проекта. Человеческий ресурс нашей компании отличается разнообразием, клиентоориентированностью, стремлением к применению новых технологий. Это является ключевым фактором постоянного роста и развития компании. Мы постоянно вдохновляем наших служащих и подрядчиков поднимать планку в областях применения новых технологий, инноваций, безопасности и здоровья, а также подготовки квалифицированных кадров на будущее. Наше общее будущее будет устойчивым и жизнеспособным только тогда,
когда мы со всей ответственностью заботимся об окружающей среде и благосостоянии нашего сообщества. Наша компания ручается за справедливый и стабильный рост для всех заинтересованных сторон и использует в своей работе политику корпоративной социальной ответственности, которая ставит своей целью помощь социально незащищенным слоям населения, в особенности в местах реализации проекта. Ключевые направления программы корпоративной социальной ответственности включают в себя образование, здравоохранение, обеспечение питьевой водой, улучшение санитарных условий, электрификация сельской местности, расширение возможностей женщин и защита окружающей среды. Учитывая наш богатый опыт исследований и инноваций, безупречные показатели сдачи объектов под ключ, в сочетании с талантливой многопрофильной командой, мы можем стать вашим самым доверенным партнером. Наши многопрофильные возможности и пассионарное отношение к техническому прогрессу позволяют нам предоставлять нашим заказчикам услуги высшего качества, искать идеальные решения и достигать совместного успеха с нашими заказчиками. Наша компания – один из ведущих в мире провайдеров инженерно-консалтинговых услуг и услуг проектирования поставок и строительства мирового уровня. И мы приложим все усилия, чтобы удовлетворить потребности наших уважаемых заказчиков. Гордость Индии и ведущая инженерно-консалтинговая компания в Южной Азии – Engineers India Limited.